Доброго, хорошего всем дня моим подписчикам и просто гостям. Сегодня мы с вами на канале «Вязание крючком» с Ольгой Головатой. Также у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть. Ссылочку на этот канал вы найдете в описании под этим же видео. Сегодня я хочу предложить вам связать очень красивый цветочный квадрат. Исполняется очень просто, выглядит в полотне шикарно. И мы сегодня этот квадрат с вами вместе свяжем. И в процессе вязания последнего ряда квадрата мы присоединим этот квадрат к общему полотну. Этот образец, который вы видите на экране, я связала из хлопковой турецкой пряжи. Это хлопок Лилу. И вот картинка у вас на экране этой пряжи. И крючком японского производства фирмы Тули номером 1,25 это размер в миллиметрах головки крючка. Этот мотив получился настолько симпатичным, что вы потом его сможете применять в очень разных вариантах. Можно будет вязать кокетки, можно будет вязать какие-то отделки, можно связать шаль или же какой-то палантин таким мотивом. Можно долго объяснять, что еще можно связать. Вы сами тоже придумаете, что вы свяжете таким квадратным мотивом. А мы давайте займемся именно его вязанием. У нас в руках та же пряжа и тот же крючок. Набираем первую петельку, затягиваем хорошо узелок и вяжем семь воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Эту цепочку замыкаем с первой петлей соединительным столбиком в колечко. И теперь в это колечко мы будем вязать ячейки для наших лепестков. Вяжем сначала две воздушные петли подъемные. Будем считать его за столбик с накидом. Теперь 3 воздушные петли по узору второго ряда. Теперь накид на крючок и вяжем столбик с накидом в колечко. Снова три воздушные петли. Раз, два, три, накид на крючок и опять в колечко вяжем столбик с накидом. Еще раз три воздушные петли, накид на крючок и в колечко вяжем столбик с накидом. Хвостик мы укладываем по колечку и в процессе вязания он у нас спрячется. Раз, два, 3 накид на крючок и в колечко вяжем столбик с накидом. Мы с вами связали уже вот таких вот 4 ячейки. Раз, два, три, четыре. Всего вместе по кругу их должно быть 8. Вот мы завершаем уже ряд. Есть связано 7 ячеек. И вот мы довязываем восьмую. Восьмая у нас получается соединяя этот первый ряд кольцо соединительным столбиком мы замкнули колечко. И теперь переходим в первую же ячейку, вяжем столбик без накида и в эту арочку мы вяжем 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, Четыре и пять. И сюда же в эту же арочку столбик без накида. Переходим в следующую арочку. Столбик без накида и пять столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре. И 5. И еще раз в эту же арочку, столбик без накида. У нас получаются вот такие вот лепесточки нашего цветка. Вот так в каждую ячейку по кругу мы вяжем эти лепесточки. Связали по кругу этот ряд, и мы всегда с первой петлей замыкаем этот ряд соединительной петлей с соединительным столбиком. У нас получилось вот такой вот цветочек. Это серединка нашего цветка под квадрат. Теперь мы вяжем одну воздушную петлю. Крючком мы заходим с изнаночной стороны под столбик и провязываем столбик без накида. Теперь вяжем 4 воздушные петли, Раз, два, три, четыре. И переходим под следующий столбик. Вот у нас под этом мы связали столбик без накида. Теперь мы переходим под следующий столбик. И снова вяжем столбик без накида. Снова раз, два, три, четыре. И снова с изнаночной стороны Вошли крючком и под столбиком связали столбик без накида. У нас на изнаночной стороне получаются вот такие вот арочки, куда потом мы будем вязать лепестки нашего цветка. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Вошли с изнаночной стороны и связали столбик без накида. И так вяжем тоже по кругу. Связали последнюю цепочку и точно так же мы соединяемся с первой петлей, с первым столбиком без накида этого ряда и замкнули ряд. Теперь мы переходим в первую же арочку, опять столбик вяжем без накида, связали. И уже в следующем ряду мы будем вязать большие лепестки нашего цветка. Мы перешли столбиком без накида под арочку. Отсюда вяжем 9 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. Пять накидов на крючок. Раз, два, три, четыре и пять и из арочки провязываем столбик с пятью накидами и закрыли эти две петельки снова раз два три четыре и пять из этой же арочки опять вяжем столбик с пятью накидами. Закрыли. Снова такой же столбик. Продолжаем вязать все в эту же арочку. Мы связали уже три столбика с пятью накидами. Еще нужно в эту арочку связать два. Раз, два, три, четыре, пять. Из этой же арочки вяжем столбик с пятью накидами. И еще один. Мы связали цепочку 9 воздушных петель и 5 столбиков с 5 накидами. Теперь вяжем цепочку 9 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. И возвращаемся все в ту же арочку, вяжем соединительный столбик. Переходим в следующую арочку, провязываем столбик без накида и вяжем опять такой же лепесток, но он у нас будет меньше. Мы вяжем 6 воздушных петель: раз, два, три, четыре, пять и шесть. Три накида на крючок и провязываем столбик с тремя накидами. Опять столбик с тремя накидами. Третий столбик с тремя накидами. Четвертый. И пятый. Связали пять столбиков с тремя накидами. Теперь вяжем шесть воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Связали и вернулись в эту же арочку. Связали соединительный столбик. И опять перешли в следующую арочку. Вяжем столбик без. Накида. И у нас снова большой лепесток нашего цветка. 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И снова мы в эту же арочку вяжем 5 столбиков с 5 накидами. связали 5 столбиков, вяжем 9 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И возвращаемся в эту же арочку, вяжем соединительный столбик. Переходим опять в следующую арочку, провязываем столбик без накида. И у нас малый лепесток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, три. Накида на крючок, столбик с тремя накидами. И таких столбиков должно быть пять. Это сейчас мы вяжем второй. Теперь третий. Четвертый и пятый. И в конце вяжем 6 воздушных петель. Возвращаемся в эту же арочку. Вяжем соединительный столбик. Мы с вами связали уже 4 лепестка. У нас начали лепесток вязать с большого, потом меньший, большой, меньший. И так по кругу в каждую арочку, вот наши арочки, мы вяжем поочередно. Малый, большой, малый, большой. И заканчиваем. Через один у нас должны чередоваться. Большие и малые лепестки этого цветка. Всего их точно так же, как и арочек, должно быть 8. Вяжем эти лепестки. Ну вот мы связали все наши лепестки по кругу. И теперь каждый этот лепесток мы должны будем обвязать. Переходим в столбик без накида. Делаем соединительный столбик. А теперь заходим под цепочку. И под эту цепочку мы вяжем 13 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и 13. Обвязали первую цепочку. Теперь у нас посередине 5 столбиков с пятью накидами. Мы первый столбик пропускаем, входим во второй, вяжем столбик без накида и вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петельки, возвращаемся, замыкаем пико. Переходим на следующий столбик, снова вяжем столбик без накида и раз два три четыре и замыкаем пико и еще над одним столбиком мы вяжем такое же пико раз два три четыре и замкнули пико теперь Пятый столбик мы пропускаем и переходим сразу же под цепочку. Вяжем опять тринадцать столбиков без накида. Связали 13 столбиков без накида. Теперь заходим вот вот этот вот столбик без накида. Вяжем соединительный столбик. Далее переходим на следующий лепесток. Опять делаем соединительный столбик и провязываем эту петлю и считаем ее как один. И под эту цепочку в малом лепестке мы должны будем связать 9 столбиков без накида. Это был первый, теперь второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. И точно так же здесь у нас посередине пять столбиков. Первый мы пропускаем, заходим во второй, и вяжем пико на 4 воздушные петли. Раз, два, три, четыре. Замыкаем пико. Следующий столбик снова. Раз, два, три, четыре. Замыкаем пико. И в следующий. Раз, два, три, четыре. И замыкаем пико. Пятый столбик мы пропускаем, сразу же переходим в цепочку, под цепочку и вяжем 9 столбиков без накида. под эту цепочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8 и 9. Связали опять между нашими лепестками вот этот вот столбик без накида. Мы входим в него, делаем соединительный столбик. Переходим теперь под следующий лепесток. Снова делаем соединительный столбик и провязываем эту петлю. И она считается как первый столбик без накида от эту цепочку. И у нас следующий снова большой лепесток. Мы вяжем 13 столбиков без накида. Это был первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и 13. И здесь точно так же. Первый столбик мы пропускаем над вторым. Мы начинаем вязать пико на 4 воздушные петли. Замыкаем это пико под 2 дужки. Следующее пико. И следующее пико. И переходим под цепочку, вяжем под цепочку снова тринадцать столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и... 13 связали и точно так же мы сейчас перейдем на малый лепесток в столбик без докида мы делаем соединительный столбик теперь под цепочку малого лепестка снова соединительный столбик и провязали эту петлю и мы точно так же отвязываем теперь малый лепесток большой лепесток малый лепесток Большой лепесток и малый лепесток. Так по кругу у нас будут образовываться уже вот такие вот лепестки нашего цветка, который будет находиться в квадрате. Будет один большой, второй малый. Большие будут уходить на углы, малые это будут стороны квадрата. Вяжем по кругу, обвязываем все эти лепестки. Вот мы обвязали уже все наши лепестки, сделали последнее соединение между лепестками. Здесь был соединительный столбик, как обычно. И для того, чтобы выйти на следующий ряд, нам по вот этой вот боковушке нужно в каждую петельку сделать переходные петли. Вошли в петлю и протянули ее вошли в следующую петлю и протянули ее. В следующую петлю вошли, протянули, в следующую протянули. И так мы доходим вот до вот этих вот пико в каждую петельку. Мы прошлись по боковушке переходными столбиками и дошли до последней петельки. Это первая петелька перед пико. И это у нас большой лепесток, который у нас будет выходить на угол. Мы вяжем здесь 11 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и одиннадцать. Огибаем эти пико, и запеку в первую же петельку провязываем столбик без накида. Мы связали уголок, цепочку под уголок, а теперь вяжем сторону квадрата. Отсюда вяжем 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Связали. Теперь перед пико на малом лепестке провязываем столбик без накида вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, огибаем наше пико и в первую же петельку после них провязываем столбик без накида, опять вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель и столбик без накида перед пико снова в большом лепестки. Мы с вами связали сторону квадрата. И теперь опять вытягиваем угол. Вяжем здесь 11 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и одиннадцать. И снова делаем арочку угловую на большом лепестке. Опять переходим на следующую сторону. Вяжем 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Малый лепесток. Перед пико вяжем столбик без накида. На малом лепестке у нас арочка из пяти воздушных петель. Раз, два, три, четыре и пять. Огибаем пико, провязываем столбик без накида. Снова 6 воздушных петель зеркально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опять подошли к большому лепестку, к углу нашего квадрата. Связали столбик без накида и вяжем 11 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И одиннадцать связали. Опять замыкаем столбиком без накида эту арочку. И у нас снова сторона квадрата. Вяжем шесть воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Подхватываем малый лепесток. Провязываем столбик без накида. Здесь у нас арочка над малым лепестком из пяти воздушных петель. Раз, два, три, четыре и пять. Связали столбик без накида, получили арочку и снова вяжем шесть воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Опять подошли к большому лепестку. Столбик без накида. И это последний угол вяжем 11 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 11 запеку в первую же петельку связали столбик без накида получили арочку и остается последняя сторона вяжем 6 воздушных петель 1 2 3, 4, 5 и 6. Над малым лепестком связали столбик без накида. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. После пеко снова столбик без накида. И цепочка из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И мы замыкаем этот ряд соединительным столбиком с первой петлей. Мы с вами создали таким образом квадрат. И у нас получаются уже углы квадрата и его стороны. Ну и теперь последний, самый простой ряд. Мы свяжем один угол и его сторону. А дальше можно вязать уже самостоятельно, но мы будем продолжать вязать вместе, так как мы будем этот квадрат сразу же присоединять к полотну. Теперь под арочку вяжем 7 столбиков без накида. Связали. Теперь восьмой. Получается, как центральный, и мы над ним вяжем пико. По углам это будет 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре и пять. И замкнули пико. И теперь под оставшуюся арочку вяжем снова 7 столбиков без накида. И у нас получился первый угол нашего квадрата. Теперь мы переходим на сторону. И под эту арочку, там где у нас 6 воздушных петель, мы вяжем 4 столбика без накида. Раз, два, три, четыре. И здесь у нас пико будет из трех воздушных петель. Раз, два, три и замыкаем пико. И вяжем снова 4 столбика без накида. Теперь арочка под малым лепестком. Вяжем 3 столбика без накида. Арочка из трех воздушных петель пико, извините, из трех воздушных петель, замыкаем это пико и снова три столбика без накида. И еще одна цепочка зеркальная. Мы снова вяжем 4 столбика без накида. Раз, два, три, четыре, три воздушные петли и замыкаем пико и 4 столбика без накида. Теперь давайте посмотрим. Мы с вами связали, оформили, вытянули угол нашего квадрата и связали одну его сторону. Здесь уже все очень просто. И мы продолжаем вязать так по кругу. Но в процессе вязания сейчас будем присоединяться к полотну. И здесь у нас под большую арочку вяжутся 7 столбиков без накида. Связали. Теперь у нас должно быть пико из пяти воздушных петель. Мы вяжем 2 воздушные петли, теперь подхватываем полотно. Вот наш угол первый, к которому мы должны будем присоединиться. Изнаночку к изнаночке. Входим в пико полотна крючком. Делаем соединительный столбик. Вяжем 2 воздушные петли. И возвращаемся к тому квадрату, который мы вяжем. Продолжаем вязать по узору. Мы сейчас замыкаем пико. И вяжем еще Семь столбиков без накида. Переходим на сторону квадрата. На этой стороне квадрата у нас под этой арочкой должно быть четыре столбика без накида. И здесь у нас три воздушные петли под пико мы вяжем одну воздушную петельку подхватываем сторону квадрата в полотне и делаем точно такое же присоединение вяжем еще одну воздушную петельку, возвращаемся к квадрату, который мы вяжем, замыкаем пико и вяжем под арочку еще четыре столбика без накида здесь у нас три столбика без накида одна воздушная петля опять подхватываем пико квадрата в полотне следующее пико соединительный столбик одна воздушная петля Возвращаемся, закрываем сначала пико и под арочку продолжаем вязать 3 столбика без накида. Опять под эту цепочку мы вяжем 4 столбика без накида. Одна воздушная петля подхватываем в полотне следующее пико. Соединяем воздушная петля, замыкаем теперь пико и вяжем еще 4 столбика без накида. И мы подошли опять к углу. Здесь у нас вяжется 7 столбиков без накида. а пико у нас в углу на 5 воздушных петель. Мы вяжем 2 воздушные петли. И тут как раз у нас есть такой вот угол, где соединяется 4 квадрата в одну точку. Мы заходим крючком в эту точку. Вот мы подхватили две дужки. Делаем точно так же присоединение. Теперь две воздушные петли. И вернулись к квадрату, который мы вяжем. Сначала замыкаем пико, а теперь вяжем 7 столбиков без накида. И у нас следующая сторона. Здесь у нас под эту арочку вяжется 4 столбика без накида. Одна воздушная петля. Мы подхватываем следующую сторону. Вот у нас пошло присоединение. Мы присоединили сторону. Теперь зацепились в центре и соединяем следующую сторону. И здесь у нас вяжется одна воздушная петля. Мы ее уже связали. И присоединяем к пико к стороне квадрата. Воздушная петля. Замкнули пико. И вяжем 4 столбика без накида. Теперь вяжем три столбика без накида, воздушная петля, присоединяем к следующему пико, воздушная петля, вернулись, замкнули пико, провязываем три столбика без накида. Здесь у нас 4 столбика без накида. Воздушная петля. Присоединили следующее пико. Воздушная петля. Замкнули пико. И вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3. 4. И мы пришли опять к углу квадрата. Вяжем 7 столбиков без накида. Две воздушные петли. Подхватываем тоже уголок. Делаем присоединение. Две воздушные петли. Вернулись закрываем пико и вяжем 7 столбиков без накида. И у нас остается связать еще одна сторона квадрата, которая вяжется уже свободно. Мы довязываем уже эту сторону последних 4 столбика без накида. Связали, теперь зашли в первую петельку, сделали соединительный столбик, соединили ряд, еще раз протянули. И теперь мы эту ниточку можем обрезать и вытягивать и прятать ее на изнаночной стороне. А сейчас мы посмотрим, что мы сегодня навязали. А связали мы сегодня с вами вот такой вот красивейший квадрат. И в процессе вязания его присоединили к полотну. Простой квадрат и простое присоединение. Вот я еще даже не обрезала ниточку. И вот этот вот квадрат, конечно, еще не глажен. Выглаживается, получаем красочное красивое полотно надеюсь этот квадратный мотив вам понравился и вы воспользуетесь этим мотивом в своих изделиях ну а я буду на сегодня с вами прощаться до новых встреч до новых идей и до свидания